Милая дачечка, привет. Потихоньку наступает долгожданная пора. Всем привет. Сегодня я на даче. В грибы не пошли. Рано, вчера был дождик. Сегодня будем жарить шашлычочек. Сейчас уберем старый уголечек. Забабахаем новый. И будем жарить шашлык. Ну вот, свининка уже готова. Мы ее закрываем в новую решеточку и несем на уголечки. Уголечки, свининка. Приятно познакомиться. Жарься, мой сладкий. Ай, будет вкусно. Красота. И вот такое у нас получилось великолепнейшее сокровище. Теперь на меня. Хавьяла. А теперь у нас идет вот такая вкусненская курочка. Идет знакомиться с уголечками. Идет. И знакомиться с уголечками. Опа. Курочка — это уголечки. Уголечки — это курочка. Ну а теперь у нас шкварчат овощишки. Слышите, наверное, да? Шкварчат. Солнышко пропало, но настроение все равно очень хорошее. Выходные — замечательные дни. Солнце, правда, его уже почти нет. Доброго утра. И уже лягушки отложили икру. Скоро будет куча-куча головастиков в лужице. Ну а мы продолжаем дачные похождения. Скоро пойдем в лес. Вот, лес все больше и больше оживает, просыпается. Ковры, медуницы, завалы. Скоро в моем лесу, вот на этих дубах, их тут много, будет расти трутовик серно-желтый. Вот. Я в прошлом году его собирала, первый раз попробовала тоже. Мне очень-очень понравилось, поэтому в этом году мы будем собирать его тоже. И будем жарить и мариновать. Его, говорят, маринуют, очень неплохо получается. Поэтому пойдем посмотрим пока только строчочки. Ну и по традиции мой завал. Грибчики подросли. И вон они еще там стоят. Не смогла пройти мимо. До сих пор все еще есть саркосцифа. Но я в этом году их уже наелась. Гляньте, какая здоровая. Прикольно. И тоже, и вон там. Ой, их тут полно. Тоже такие завалы. Ну вот, в моем завальчике дно корзиночки закрылось. Поднимаемся дальше наверх, в ту сторону. Будем смотреть там. Думаю, урожай должен быть сегодня хороший. А лес оживает. Зелени все больше и больше. Птицы, цветы, листочки. Непередаваемо. Вот это просто, это, не знаю, верх блаженства. Вот как их найти? Я, может быть, их и нахожу,
А, и только ногами. Вот идешь, идешь, ничего, потом раз вот так вот, вот просто. Такой. Как его найдешь, если он маленький такой? Но все-таки грибочки есть. Пока только долго за ними приходится гоняться. Ну, не как предыдущие разы, но зато попадаются экземпляры впечатляющие. Вот как вот этот вот. Такие вот. И вот эти красивущие завалы. Ой, которые придется сейчас все носом прорывать. Потому что выросло все. Цветы. Поднялось весеннее разнотравие. И как в первые разы, вся поверхность земли покрыта зеленым. И только вблизи можно разглядеть эти мозговые комки. Вот. Будем брать землю. Кидаешься на каждый листик. Старый, пожухлый, который похож на гриб. Кидаешься, кидаешься, потом думаешь, да нет, это уже не грибы. А потом надо все-таки проверить, грибы это или нет. Пойдем проверим. Сначала думал, что это лист. Если вы видите. Ну вот, сейчас поближе. А это не лист. Это вот такой офигенный дружбан. Тут и я еще один, и еще три, короче, здесь таких дружбана. Вот таких. Вот таких. Красопета. И еще один вот торчит. Вот он. И еще один чуть-чуть подальше. Я сама уже потеряла. Вот он. Так что вот. Все-таки грибочки есть. Иду уже давно. Минут 20. Ничего вообще не попадается. Совсем ничего. Ну, будем теперь вот так под березки заглядывать. Ничего пока нет. Ух ты, какой стоит. Красавец. О. Ну, я уже заканчиваю свою прогулку. Надо идти на дачу. Помогать. Вот. Если что-то еще попадется, включусь. А так всем хороших выходных. Впереди майские праздники. Замечательного всем отдыха. И быстро в лес. Ну вот, иду. Стоит один. Один. Ну такой. Большой. Такой. Думаю, ну вот, надо тут еще посмотреть. Вокруг так я головой кручу, верчу. Думаю, где же, потом раз так с краешку, да, вот так вот, оп, еще один, думаю, а это что такое? И я вот так вот это все поднимаю, вот так, а тут конгломерат, с руку. Я же говорю, что я очень много грибов, походу, попропускала или ногами понаходила. Ну, как идешь, идешь, мягкое что-то, ну, неважно. Ну вот, такое тоже бывает. Я никак не могу не уйти. Все попадаются и попадаются. И большие, и маленькие. Корзина уже полная. А вот еще место, где в прошлом году у меня рос трутовик серно-желтый. Надо будет в этом году тоже его посетить. Может, вырастет еще. Ай, красота. Ах, красота. Нет, мой лес меня не отпускает.
Блин, ну это вообще, это супер, супер, супер сегодня. Вот они, красавчики. О, Господи, и вот они. Неожиданно и очень приятно. Походу, я сейчас буду раздеваться. Вот. Ай, мамочки родные. Вот. Мама, я буду раздеваться сейчас. Они здесь везде. Везде. Вон там, вон там. Вот здесь еще, вон там. Пойду голая. А что делать? Ну вот итог. С этой полянки я сняла футболку, завязала рукава внизу. Корзина. Ну такая. Такая корзина. Вот это. Ну вот с этой небольшой полянки. Вот думаю, туда еще спуститься или все-таки домой. Сейчас подумаю. Блаженство просто. Ну вот, итог. Корзина грибов и снятая футболка. Не знаю, сколько это будет весить. А тут меня уже охрана ждет, чтобы грибы не забрали. Так что, наверное, ну сегодня, видимо, рекорд уже побит. Потому что в предыдущие разы я столько не собирала. Вот. Вот. Сокровище. Корзинка и охранник. Ну скажи всем привет. Всем привет. Всем пока. Хорошего вечера. Хороших приятных выходных. Всем всего доброго. До встречи. Всем пока.